Приветствуем гостей в курортном поселке Дивноморское, что в 7 километрах от города Геленджика. Перед вами 6-й корпус пансионата «Приморский». Здесь происходит регистрация гостей при заселении. Главный корпус располагается на пересечении улиц Олега Кошевого и Кирова, заезд с улицы Кошевого. Мы на территории пансионата. Впереди располагается паркинг для гостей. Здесь 150 машиномест. На территории пансионата располагается открытая спортивная площадка. Рядом находится детская комната с опытным педагогом-воспитателем. Подлетаем к аквакомплексу пансионата. В непосредственной близости от него находится открытый для посещения православный храм преподобного Сергия Радонежского. На территории аквакомплекса располагается самый большой открытый бассейн в селе Дивноморское и детский бассейн с водными горками и системой подогрева воды. Рядом расположены душевые кабинки, раздевалки, навесы и зонты от солнца, шезлонги и уборные. Вся инфраструктура бесплатна для постояльцев пансионата. Гости, не проживающие в пансионате, могут также посетить аквакомплекс, купив суточный абонемент. Территория пансионата занимает площадь 4 гектара. Она огорожена и благоустроена. Есть места для пеших прогулок и спокойного отдыха. На территории много сосен и голубых елей. Пансионат работает с 1 июня по 1 октября. Перед вами жилые корпуса с 1 по 6. Общий номерной фонд – 384 номера на 830 гостей. На территории есть медпункт, где в случае необходимости гостям оказывают первую медицинскую помощь. Вновь пролетаем охраняемую парковку для гостей пансионата. В столовой пансионата организовано трехразовое питание для постояльцев по системе «Шведский стол». Питание включено в стоимость путевки. Летим по улице Кирова и видим еще одну столовую. Она называется «Вкусное лето». Здесь может покушать любой желающий. Цены приемлемые. Для гостей есть летняя веранда, детская игровая площадка, парковка, мангал. От территории пансионата до моря всего 400 метров. Пляжи общественные, песчано-галечные. Есть раздевалки и душевые кабины. Здесь работают пункты проката инвентаря, водные аттракционы, кафе и торговые палатки. Близость моря, гостеприимный персонал, большая территория, уютные номера, вкусное питание.